Красного ринга Николай Бурдюжа, Молдова. Синего ринга Евгений Земляков, Россия. Thank you.
красном углу ринга продолжение финального боя готовится Николай Бурдюжа, Молдова. Red corner, Николай Бурдюжа, representing Молдова, is going to continue the bout. Second out. Round two. Синим углу ринга к заключительному раунду поединка готовится Евгений Земляков, Россия. Боксер 2003 года рождения, из Москвы. Мастер спорта. Боксом занимается 7 лет. Провел на ринге 62 боя. В 57 одержал победу. Он двукратный победитель первенства России 20 и 21 годов. Тренируется под руководством тренеров Жураева, Тумашова и Рыжикова. Blue corner Evgeny Zemlyakov is going to continue his contest. He is a two-time National Junior Boxing Championship gold medalist. He's been boxing for 7 years. Round three. Thank you.
Единогласным решением судей победу по очкам в этом бою и звание победителя турнира завоевал боксер из красного угла Николай Гуртюжа Молдова.